Я вот на Симаковском пруду. Сегодня у нас вторник, 28 сентября 2021 года. Вчера в садах, сады бывшие там заброшены. Вот сколько рубили этого клен. Это сорное такое считается дерево. Привезли сюда и ошкурили. Привозили сюда как бы два козлика. Один подъемный, другой потяжелее. Ну и все. Вот так. Сейчас люди приезжают с граблями. Все собираем отсюда и увозим. А опилки, а то у меня пойдут кошкам на отхожее место. Вот это вот кожура, которая. Потому что если мы... Ну все благополучно будет. Здесь будет вода. Весной поднимется. И все унесет сюда. Это пруд. Не проточная вода. Вот здесь мы поднимали дамбу 4 года. Нынче дважды. Ну, нынче самое дешевое мне обошлось. 62 или 65 тысяч только обошлось. Но при пенсии 12 тысяч в данный момент, это чувствительно. Люди знают, как работать. И хорошие понравились. Лебедевы братья Николай и Евгений. Вот так. Сейчас мы здесь вот все это выравниваем, смолим, где наклонилось бы, надо с той стороны, со стороны воды. Это вот такие сваи длинные, длинные. Ну, я только 4, больше. Здесь только инструменты, все это заострили, заострили. Это пила, ну, не дружба, как называется теперь она. Вот оно как, все. И уже мы ставим их сегодня. Здесь у нас излишки земли. Отсюда мы тогда берем. И вот сейчас все это утягиваем. Забиваем отсюда. Вот оно сегодня поставили. Длинное, конечно. Воду посмолили. Ну, это еще отработка. Тут уже на воду все ушло. Затягивать придется. И там она, вон, проволока, ну, проволока, она проходит через, прокопали траншею, и то на той стороне вот это столб, сваи, ну, так вокруг обгородили, чтобы не обрушивалось. Сейчас Володя подъедет, он вот-вот подъедет. Я раньше прихожу, ничем не связано, обед готовят, завтрак, все. Вот здесь какая глубина. 14 метров короб только. Как рыбу вылавливать придется, когда она весной будет выпадать. И все это обдумать надо. Здесь вот как, если бы она была как так, дальше вон естественное обрушение, ну так и должно быть. А здесь оно именно не так, а просто забитые сваи. Это поднято, это, конечно, опасно. Но у нас получается как бы никак. По-другому нельзя. Мы сейчас все выравниваем. И опять эта свечка. Все требуется. Вот она. Вот это толкушка. Там проволока. Будем делать. Смотрим только, так машины едут, там мы загородили второй мостик, там прорва была, вода, не пройти, ничего нет. А сейчас машины едут, выезжают, там далеко, далеко видать это. Я не могу даже навести на них. Какая-то машинёшка идет. А там объезд был вокруг деревни, другой стороны, там километры наматывали. А здесь сейчас вот землю брали отсюда, вот, чтобы выше была, Володя, большая чурка березовая. Ну, большая. Что означает большая? Сейчас я замерю диаметром, чтобы понятно было диаметром. Ну, 40 сантиметров примерно. В диаметре 45, может. И вот выпили ее здесь, ставят, по ней залазят и кувалды берут. Кувалды 11 килограмм, 800 грамм.
И он вот бьет каждое вот это. Есть где-то 25 раз примерно. Ну, поднимай со всей силой. Вот так. Это у нас дамба такая. Запруда. Как? Вот вчера мы смотрели, там вот городьба какая есть. Это городьба. Это костер каждую пятницу там был. Костер. Там он, видать, вот маленький. А вот здесь вот колодец, вчера мы смотрели, который залило, и дальше будет, если поднимем, он так под водой окажется. Вон его видно даже под деревом. Я не могу точно навести, показать, но, может быть, видно будет колодец. Железная крышка, борта, ну, все жестью закованное, потому что боялись санэпидемстанции, чтобы ничего нам худого детям не сделали. Такие люди, что мы... Ничего больше от них не ждали. Как они нас гнобили здесь. Выдумывали. Туалеты не такие, мраморные были. За 45 лет, 48, теперь ни рубля не получил. Кроме гонений. Что? Это так вот Господь дает силу. Тут вот я иду по дамбе, как она выглядит. Наклонно. Подняли очень хорошо. Ну, не ровно было. Вчера вот выйду. Попытались сделать лучше. Внизу там камни ближе подвел. И Иосиф собрал все. Почти все. И вот так вот. Думаем, поднимем. Думали на 70 сантиметров. Но, судя по всему, на метр поднимется вода. Было 1,80 м. Уже не промерзает. Запустили 1300 карасей, притащили сюда. Так вот. Проволока. Как тут разбирали на линии, то бросали все. Ну, кое-кому что-то досталось. Кому-то это мы имеем нас в виду. Видишь, на какую высоту поднялись. Любой, кто посмотрит, я работаю дома, и скажет, как они любят свою работу здесь. Ну, любим, делаем. Сократили объезд. Вон Володенька мой едет. С Володей жить мне легко. Ну, не видно где-то. Там я увидел машину, сейчас попытаюсь ее заснять. Это свая мы называем. Заостренная. Сейчас будем забивать, подрезать и натягивать с этой стороны столбы. Вот они и, видать, идут черные. А под низом идет проволока. Чтобы та сторона, которая к воде, сделали неправильно, тут без меня были. Ну и наклонили в другую сторону. А этого нельзя делать. О, Володенька идет. Не знаю, видно, не видно. Такое темное все. Ну, там дальше, видать, храм Божий. Батюшкина работа, он все заботится, украшает внутри и снаружи. Благодарение Богу, такой свой священник. Не пьяница, не крохобор. С тарелкой по храму не ходит. О, вот так. Вот он подъезжает, Володя, сейчас, маленько погодя, что сделаем, потом весь этот мусор, называю мусор. Это сегодня мусор, а вчера не мусор был. Вот эта кора. Ее заберем. Он подъезжает уже.
Я назвал драндулет, а нет, это мотоблок. Вот я не согласен, что драндулет, а много на нем картошку с огорода вывозит и все делает. Матушка тут подарила мне. Вот и все. На этом снимаю.